Кошка – прекраснейшая модель для художника, считает одесский коллекционер, директор художественной школы имени Кириака Кастанди Валерий Токарев. 30 лет назад он начал собирать статуэтки кошек. Сейчас его коллекции хватит на музейную экспозицию. Собрание Валерия Токарева уникально. На полках в рабочем кабинете мирно уживаются кошки со всего мира. Представлены усатые и хвостатые из Франции, Италии, Нидерландов, Англии, Швеции, Финляндии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Австралии. И, конечно же, наши родные, домашние и уличные. Обожаю котов, собак, лошадей, детей, людей, женщин. В общем, все живое. Ни одно животное не дает столько возможностей для изображения, сколько кот. Кошки в коллекции Валерия Токарева из глины, дерева и металла все живые. Разве что не мяукают. Хотя, когда уходят люди, возможно, они и переговариваются между собой мягкими и тихими голосами. Обсуждают нас, людей. Александр Виноградов, телекомпания «Круг».